Сегодня готовим необычно вкусные нежные котлеты из курицы. Для приготовления я взяла куриные бедра. Первым действием вырезаем из бедер косточки. Подготовленное мясо нарезаем на маленькие кусочки. Теперь мясо хорошенько отбиваем. Когда мясо стало мягкое и липкое, перекладываем в миску. Теперь к мясу добавляем предварительно отваренный рис, обжаренный на растительном масле репчатый лук, соль и специи по вкусу. Я добавляю черный и красный молотый перец. Теперь добавляем яйцо и все хорошо перемешиваем. А теперь можно жарить котлеты. Лепим котлеты влажными руками и валяем в муке. Жарим котлеты на растительном масле. Жарим примерно по 5 минут с каждой стороны. Готовые котлеты подаем с пылу с жару к любому гарниру. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения!